Тому чотири ці правки, відповідно фінансування аеропортів, безпеки дорожнього руху і збільшення зарплати відповідно до середньої за минулий. Дякую. Дякую, я вибачаюсь. Я попрошу камеру прибрати, тому що для камери треба рішення комітету. Хорошо, ну, если вы считаете, что надо решение, можем его принять, но я все равно не беру ее, потому что очень важная у меня тема, хочу это все зафиксировать, заснять и показать людям. Спасибо. Да, мы не в России. Смотрите, мы не в России, но давайте так, если вы считаете, что это нарушаю, мы можем это потом с вами обратитесь в регламентный комитет. Я могу закрыть комитет, потому что решение. Если вы считаете, что есть немає на съемку. У нас есть съемка, оно при всем уважении, если вы считаете, что это есть причина для закрытия комитета, закрывайте. Державную мову. Комітеті. Я ще раз повторюю, якщо ви вважаєте, що це є підставою для закриття комітету, будь ласка, закривайте комітет. Я вважаю, що ви прийшли на комітет, на якому немає рішення на зйомку. Тому я вас прошу дивіться, прибрати камеру. Згідно регламенту, не треба будь-якого рішення для того, щоб я знімав комітет. Якщо ви ще раз, я повторюю, якщо комітет вважає, що це є підставою для закриття комітету, будь ласка, закривайте. Пане Кисель, наскільки я розумію, я як заступник голови комітету з питань фінансів, можу просто сказати, що засідання комітету є власним, і тому власним, тобто відкритим. Засідання комітету є відкритими. Тому якщо вони проводяться в закритому режимі, то треба про це повідомлятися завчасно. І члени комітету мають знати, що це закритий режим проведення комітету, наприклад, питання національної безпеки, оборони, там, де заслуховуються представники спеціальних служб, а так, засідання комітету власне. Тому я думаю, що не можна заважати нікому, ні журналістам, ні депутатам фіксувати те, що відбувається на комітеті. Це моя думка, просто хочу її висловити. Дякую. Дякую за вашу думку, ми її враховуємо. Я прошу паузу на 5 хвилин. Зараз ми піднімемо документи, статтю. І якщо це дійсно по регламенту, я вас попрошу. Якщо ні, буде зараз. У мене є питання. У вас не ведеться трансформування в інтернет засідань комітету? Ні, просто в нас кожне наше засідання в нашому комітеті завжди транслюється в інтернет. Я не заперечую, у нас є сьогодні. Ні, це камера, це транслюється в інтернет? Це транслюється? Ні? Суспільність це бачить чи ні? Ні. А якщо ні, то тоді я наполягаю на те, щоб відеозйомка була, тому що я хочу це донести до суспільства. Мої запитання і відповіді міністра. Ми зараз входимо в суб'єктивну дискусію. Немає? Якщо я щось порушую, будь ласка, зачиняйте комітет. Я зачитую просто зараз. Комітети будуть роботу на принципах верховенства права, законності і гласності. Та ні смисла зараз там нічого читати, ми почитаємо. Державною мовою, будь ласка, комітеті. Ми не в Росії. У нас зараз перерив. Я не знаю, що там у вас, а ви в перерві в Росії? Я говорю, що у нас. В перерві в Росії живете? Я вам вічно говорю. Мені не треба вічно говорити. Да, про державну мову. Ви розумієте? Ні, ви тільки що наполягали українською спілкуватися. Вдвоєм потявкаємо. Та ви вже потявкали там на записях, ми чули. Дуже інтересно було почути це. Та що тут хорошого? Погрози депутату? Все нормально? У мене все прекрасно. Ми можемо починати? Ви голова, кажіть. Про суб'єктивність наших рішень я сказав. Є стаття 44, яка свідчить, що засідання комітету проводиться відкрито і власне. Відео, фото, трансляція, інші мережі. Я кратко проводжу. Присутні на засіданні особи повідомляють перед початком проведення засідання головуючого, який оголошує про все перед розглядом
питань порядку денного засідання. Тому я вважаю, що якщо ви зараз нас повідомите, зйомка буде проводити. Але наступного разу ми вже з вами познайомлені цією статтею. Ви перед початком комітету повинні повідомити. Щоб зараз ми не входили в ці. Дуже дякую, Юрій Григорійович. Дуже дякую. Я також хочу зазначити, що у вас так чи інакше ведеться відеозапис. Я маю на увазі, що ви так. Ні, так. Регламент. Дуже добре. Ну, ви перед початком засідання, ну, я так вважаю, повідомили всіх про те, що ведеться відеоспостереження, запис, так? Це повинен повідомити той, хто проводить зйомку. Тобто, ну, є повідомлення про це, про цю відеозйомку. Ми входимо в аудіо, не нужно для нас вам. Ні, також відео є, я бачу. Якщо це є вже. Добре, я всіх повідомляю. Хто ще не розуміє, що тут коїться, я провожу відеозйомку. Для того, я вважаю, що моє питання до міністра інфраструктури мається спільне значення. Я хочу це все оприлюднити, тому я повідомляю всіх, що я провожу відеозйомку. Дуже дякую. Дякую вам. Так. Продовжуємо наше засідання. Ми, як перед початком я казав, ми закриємо наше засідання, тому час у нас обмаль. І я хочу надати слово Владиславу Артуровичу, так як йому теж треба йти на кабінет міністра. Я надаю слово Владиславу Артуровичу. Буде зрозуміло, і його старий борг, і яка вартість додаткового фінансування. Скажіть, будь ласка, ще з попередніх років було кошти закладені. Я вибачаюся, а я прийшов запитати міністра. Ми домовлялися, ні? Комітет. Комітет, куди втікаєте? Мене на 16. Я хотів запитати. Ні, дивіться, Давид. Ні, я вибачаюся, але я прийшов для того, щоб запитати міністра, ви його відпускаєте. Для чого це робити? Що, просто так посидіти прийшли, чи що? А куди ви пішли? Господин міністр, а ви не хочете відповідати на питання, ні? Я ж управляю комітетом. Ні, смотрите, секундочку, не ви ж управляєте. Ми прийшли сюди спеціально для того, щоб задати вам питання. Ви думаєте, ви будете бігати постійно? Ми з вами договорились на фракції, що ви прийдете на комітет і відповідете на питання. Ми розуміємо. Глава фракції прийшов. Глава фракції спеціально прийшов. Я фракцію написав, можу показати. Сообщення, що я не знаю. Сообщение о фракции, которое писали, вы съемки. Вы, да, просто. Что? А куда что? Вы уходите? У нас есть вопросы. Какой съемкуетесь? Ну а как это назвать? 20 народных депутатов сидят, ждут, вы Александр, уходите. Александр, мы для чего? Мы объясните мне, для чего вас выбирали? Комитет мой, профильный, извиняюсь. Давайте шутим. Ваш профильный комитет, абсолютно все верно. Все расскажут сейчас, вот вы задавали вопросы. У меня к вам вопросы есть, Юлия, потому что Диденко. Вы крышуете. Мне не надо ваша Юлия Диденко. Вы конкретно, вы как министр Александр, готовы смотрите, ответить вы будете рассказывать про крышевание? Вопрос. Я буду на вас за клевету. Первый вопрос. Пожалуйста, в суд. Я буду очень рад. Если вы считаете это клевету, скажите, пожалуйста. Сейчас в вашей структуре работают 7 компаний, которым вы выдали лицензию. Все эти компании так или иначе связаны с инфраструктурой и с вами, которые вам подотчетны. Какие компании? Другие компании не могут. Абсолютно никак. Вот их перечень. Можете вот читать. Я выделил для вас специально оранжевый, чтобы вы видели. Речь? Вы прекрасно знаете о чем. Я к вам прихожу постоянно, для того, чтобы вам сообщить, что это связано с сертификацией газобаллонного оборудования. Пойдемте, я вас тут выведу. Это, смотрите, что касается сертификации газобаллонного оборудования. Скажите, вы так и будете бегать от народных депутатов? Мне интересно. Ну, так, может, вы уделите нам 5 Александр, минут для того, чтобы ответить? Я бросил свой комитет, свой правоохранитель, для того, чтобы прийти к вам и задать вопросы. Мы с вами договорились о том, что вы не выйдете отсюда, выхода отсюда нет. Александр, пожалуйста. Есть только вход. Не пожалуйста. Влад, скажи, ты так и будешь бегать вот так, как клоун на камеру, чтобы я показал всей Украине, Александр, что ты министр, ты министр? Так я пришел на комитет. Клоун снимать на камеру. Я что, клоун, это тот, кто ворует в русской инфраструктуре. Еще раз, рассказываю, смотри. Твои ГМО, за которые ты переживаешь. Да. Что ты мне сначала говорил? Напоминаю, давай. Ликвидируйте вообще все эти ГМО. Считаем норму закона о технических регламентах, это не делается. Пожалуйста. Носи фрагу, ликвидируй. Вторая история, смотри. Я сказал, коррупцию ликвидируйте. Коррупцию. Еще раз, ты говорил за цену. Я помню на фразу. Ты говорил за цену. Смотри, антимонопольный комитет начал расследование в отношении сговора ценового между субъектами. Там ничего нету? Я не знаю. Да вот конкретно. Да кто министр, я или ты, кто должен
знать. Смотри, еще ты мне, я тебе показываю, вот эти люди твои, вот перечень твоих подчиненных, которые крышуют, которые не дают конкретно новым компаниям, которые не связаны с вашей структурой. Давай, да я ее 50 раз тебе давал, ты я приносил. Не дал обращение по субъектам, я уголовное дело открыл на тебя по этим какие фактам. Субъекты, алло, какие? Уголовное надо дело на тебя сделано. Что ты вот не знал? Это, наверное, стандарт системы, захист стандарт системы, укрытый стандарт, добробот авто, текстон, омега, центр авто и АЭС стандарт, автоевросила. Да. Автоевросила, объясни, как попала в систему сертификации для добавленного оборудования. Коллеги, смотрите, вот вы посмотрите, когда эти все компании были аккредитованы. Да вот, у меня есть, вот, пожалуйста. Посмотри, да. Вот оно да, все. Они при мне были появились? Да, нет, смотри, они при мне появились? Да, это те компании, да, которые под вас легли. Вопрос, и вам отстегивают. Вам нет, отстегивают. Нет, извини, извини, когда я не извиню. Новый, так они остались, ты тоже не выйдешь. Так, ты не выйдешь. Они были до этого. Тут закрыта столовая. Куда ты собрался? Ты не выйдешь тут. Так помогите выйти, слушай. Так куда? Мы не можем помочь тебе выйти. Можем только нормально помочь тебе наладить работу в инфраструктуре. Давай, а ты крышуешь. Наш, хорошо, смотри, что по морякам? По морякам. По морякам вот сейчас делают большой доклад. 500, 300 раньше стоило, смотри, на карман заплатить. Смотри, сейчас 3-5 тысяч. Услышь, 3-5 тысяч. 3-5 тысяч. Я знаю, что просто лучше. Ты можешь перестать кричать, пожалуйста. Я не могу, ты не слышишь меня. Я прихожу на комитет, я за тобой бегаю, ловлю тебя. Я тыкаю носом, где у тебя воруют, вместе с тобой. Ты не помогаешь. Ты просто это крышуешь и убегаешь. Мне надо бегать за тобой. Я буду так, смотри. Влад, я не таких догонял, как ты. Я тебе уверяю. Надо угрожать. Я тебе, я не угрожаю. Я тебе говорю, что ты не такой бегун классный для того, чтобы убежать от меня. Я все равно приду. Я буду задавать тебе вопросы. Я буду показывать. Я с удовольствием тебе отвечу на все вопросы. Так ты не отвечаешь. Ответь мне на вопрос, почему люди новые должны работать у вас 60 на 40? Еще раз. С чего вдруг? 60 на 40. Еще раз. Твои подчиненные с ними связываются и говорят, либо вы работаете, либо вы работаете 60 на 40. Ты нормально? Я завел уголовное дело, я дал всю информацию тебе. Ты каждый раз приходишь, говоришь, дай информацию. Скажи, я тебе схему нарисовал, ты... уголовное дело нет, завел. Смотри, ты что еще тебе надо? Показал, что тебе еще надо? Вот что люди, вот, показываю на камеру. Вот все люди, которые у тебя в инфраструктуре под тобой. Ты мне показываешь сотрудников? Читают, да, твои, которые крышуют всю эту тему вместе с тобой, не дают другим фирмам получить лицензию и на нормальных основаниях, не платя вам на карман, работать. Не можем, можем только одно, Влад. Либо ты ломаешь эту схему, либо ты уходишь из кабмина, другого нет пути, ты пойми, мы тебе не дадим это больше делать, это невозможно. Люди устали платить по 3500 за твою бумажку, устали и платить не будут. Смотри, если есть субъект, который подали обращение на то, что... Есть, я их называл и говорил, чтобы вы их только пропустили, мне не интересно, чтобы кто-то конкретный работал, мне интересно, чтобы рынок был открытый. Какой список? Все, кто у вас стоят на холде и не хотят платить, это все люди, которые хотят работать на честных основаниях. Ты мне показываешь про органы сертификации. Я тебе говорю о том... Органы сертификации, высокое требование. Владислав. Смотри, что мы делаем? Владислав, что вы делаете? Вы бабки с них 60 на 40 берете. Это все, что вы делаете. По морякам, скажи мне, смотри, до каких пор 200 тысяч семей будут сидеть? Я не перепрыгиваю. Так, смотри мне, ты на этот вопрос ответил мне? Смотри. Что? Хорошо, конкретный, что ответил? Так, конкретный вопрос. Ответ людям. Ответ людям. А ты хочешь конструктивный? Ответ людям. Конкретный. Влад, конкретный ответ людям. Можно? Как ты, смотри, поломаешь схему покупки бумажки 3500? Я тебе отвечаю. Людям ответ. Как ты поломаешь схему, чтобы они не платили за газ 3500? Вот твои конкретные шаги. Вот людям. Ответ министра. Да. На следующей неделе, да, проводится совещание. Первый зам, как раз вот Абрамович Дмитрий Женцов. Он приглашает все субъекты, которые эти есть, раз по органам сертификации. Мы делаем еще одно обращение в антимонопольный комитет. И их очень настоятельно просим или они пересматривают, соответственно, свое отношение органы сертификации к ценообразованию. Или, соответственно, мы будем... У нас, соответственно, будете что? Продолжаем. Или мы, соответственно, будем еще более активно сотрудничать с антимонопольным комитетом. В июле месяце мы им передали стусы бумаг, если входящие наши... То есть это не работает? Послушай, еще раз, так только сентябрь месяц, но антимонопольный комитет... Вот, люди платят за твою бумажку 3500, Влад, вот, еще вот. Раз, я цены не устанавливаю, это частный субъект. Так я тебе говорю, влияйте на то, чтобы был открытый рынок, а не закрытый, слышь, не ваш... Смотри, теперь, еще у меня раз, вопрос, даешь мне перечень. Что я это за ваш законопроект, который вы от Министерства инфраструктуры продвигаете в комитете по какой? Прохождению техосмотра для частного, да, автотранспорта, опять же, для вот этих это вот конкретных, наш, закрытых... Не наш законопроект. Ваш от инфраструктуры, он не надо людей водить в Умару. Ваш, который вы пропихиваете. Вы хотите. Надеюсь, встретимся с вами. Неконструктивно. Влад, конструктивно. Давай я отвечу на моряков. Давай, по морякам конкретно. Когда люди перестанут платить 3-5 тысяч долларов для того, чтобы выйти и прокормить свои семьи, для того, чтобы уйти в рейс. Рассказывай, что... Рассказывай лучшее обращение. Рассказывай, что... Что еще раз? Лучшее обращение. Еще раз говорю. Отлично. Мы приглашаем на следующий день и говорим, что мы, вот, кроме того расследования, которое есть одно по антимонопольному комитету, мы точно так же обращаемся еще с одним нашей инициативой.
Там были депутатские обращения. Кстати, все материалы запросили, все им предоставили. Что касается моряков. В августе месяце, 19 августа, мы внесли постановление о ликвидации инспекции по дипломированию. До 19 ноября вот эта вся, как ты называешь, схема с инспекторатом по дипломированию, которые там комиссионные экзамены принимали, они принимали эти экзамены без компьютеров, а путем там каких-то тестов и так далее, что исключительно коррупционное. Это все ликвидируется. И строятся новые центры? Нет, не строятся, но какие новые центры, если ты даже говоришь. Где они просто? А делаются следующие истории. У нас есть 4 центра, море-сервис, экзаменационные классы, компьютеризированные с камерами, 2 способа подачи документов. Или через единое окно, там, в дальнейшем с навыком подключаем, или через электронный кабинет. Черноморский, это ты свой центр открываешь? Или через электронный. Какой Черноморский, Саша? Ты вот слушаешь? Ты меня слушаешь про моряков? Не-не, я просто по параллели задаю вопрос, потому что я не так понимаю, для чего это делается. В этих 4 центрах моряки, соответственно, или в электронной форме, или бумажно подают документы. Сроки людям, не надо лапшу, сроки, когда люди перестанут платить 3-5 тысяч, сроки. До 19 ноября уже не должно быть инспекция по дипломированию. Не должно или не будет? Не будет. Они не будут платить 3-5 тысяч долларов вам за бумажку? Конечно, будет невозможно даже какие-то дипломенты по той причине, что инспекция как орган ликвидируется. Успокойся, это же самая важная вещь. Когда срок дедлайн устанавливаешь по морякам решение вопроса? По морякам, если все разговариваем, 19 ноября у нас постановление предусмотрено, августовское, ликвидация инспекции по дипломированию. Если это получится немножко раньше, замечательно, но 19 ноября Золушка превращается в тыкву, все, инспекции по дипломированию не будет, поэтому эти все функции должны быть в прозрачных классах. А 19 ноября почему хорошо? Потому что все рейсы, они же имеют определенную срочность. Сезонность. К сожалению, за неделю это невозможно сделать, потому что ликвидируется один орган, другому должны передать функции, там, соответственно, и постановы, и приказы, и персонал. Хорошо. Персонал набрать не планируют. И теперь на завершение. Почему вот этот хаос начал происходить в сентябре? Потому что вы манипулируете паспортами для моряков. Вы не внесли в бюджет по 2021 году. Вы искусственно создаете проблему. Люди вынуждены вам платить бабло. Вынуждены вам платить бабло за искусственный дефицит. Вот почему вы ее не ликвидировали. Точно такая же история и вот здесь. Люди вынуждены платить за бумажку, которую вы зарегулировали под свои конкретные сроки. Дедлайны по газу. Дедлайны. Когда люди... Вы соберетесь. Когда люди реально почувствуют, что больше не надо 3500 платить. Да, конкретно. Сроки. Я надеюсь, что за октябрь месяц мы будем всячески вместе с тобой, предлагаю, антимонопольный комитет штурмовать. Более того, я считаю, что пусть выписывают штрафы. Нет, на монополь. А пока это все будете штурмовать, вот этим своим умникам скажи, пусть людей, которые у вас на холде стоят годами, пропускают, и люди начинают создавать живую, настоящую конкуренцию на рынке, чтобы не 3500 это стоило, а конкуренция это уравняла до 800 гривен, до 700, до 1000. Пустите людей, так пусти сюда людей, честных людей, пусти. У меня нет списка, я никого не лоббирую. У меня списка нет. Вот всех, кто на холде, подними приказом и всех пропусти. И не надо там останавливать людей за запятую, за точку. Пропусти. И тогда ты увидишь, что цену регулировать не надо антимонопольным. Рынок ее сам отрегулирует. Следующая неделя, когда будет совещание, если интересно. Я тебя очень прошу, перестань бегать. Либо решай проблемы, либо уходи. Это нормальная человеческая просьба. Всего доброго.